ачивка. Есть ачивка? Нет. Все. Вы видите? Что это там вдалеке? Куда стать? Мага, как так? Когда нарез? Непонятно, а с чего он появляется? Вот. Сейчас вы ответите перед Солфангом! Ёбаный в рот, полетел. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда. Пусть заткнет эти пушки. Оружейники, огонь! Оставайтесь там пока что, сейчас еще одна без нас. Заклинатели сюда, пусть заткнет эти пушки. Оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Последнего мага убить, можете перелетать. Убили? Я еще прожимки не отдавал. А, ты еще не отдавал прожимки? Хорошо. Ты смеешь вступать на мой корабль? Оружейники, огонь! Че, ребят, у вас какая задержка средняя? Мне сейчас 976 показывает. Нет, 285. Но это норма для дня. Не знаю, у меня 78. Вечером я бы хотел, чтобы как у тебя было.
Что, квест, бегаем за ним? Да. Он посмотри, во флудилку скинул. Давай, как ты побежал. Коробку кто открывать будет? Как всегда, только 750 удаешься, никакого шмага еще не было. Ну, одна уже есть. А, есть. Я вижу. Почему этот я вижу осколочек? В сундуке, потому что... Ну и сундуков я вижу. Волен, тебе не нужен пояс? Это на Элема? Как раз такая собачка стоит. Че, две шеи, что ли? Да. Две шейки. Так, чё? О, багруха упала мне. Хорошо. Чест, блядь. Ха-ха. Так, рыбу сейчас поставлю. Да никто не падал, просто... вроде. Ну, на медведа ёжа, на мяки, локи, резвина, простотец, нет бафа еды. Сорок минут должен быть, по идее, еще. На леди падала, народ просто. Можно только не двигать босса, пожалуйста. Кортран, выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лед только что... Из Элема будем бить, да? Я спрыгнулся в Элем. Хорошо. А кто первый, на кого напал первым? Луцин плюс. Мелизоне стать можно. Это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в городах. Пять сов, видели? Все он так распределил. Просто отец, да, на самом деле? Да. Я пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или вы. У миньоны, блядь, они. Остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Скоро на 6. Рейд 25 друидов. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно во имя короля Лича?
слуги мои. Земля обогрится вашей кровью. Че, есть осколок? Да. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью. Я его вижу. Дай мне сразу я пойду квест дам там. Да, хорошо. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Пока тебя топчу. Дьявольсе, тут честно нам спекаешься. То в танках, то в хилан. О, я знал, что ты. Так, за первый квартал сейчас зачислю. $800 получается, да? 284-й танк, это на 4 куска Т5 апнутых печенькой. Так, за первый квартал, ребят, я начислю. В 284-х нету трильна танка еще, по-моему. Есть чешка. Есть. Пешка 284, да? Угу. Да. К тому же есть еще сока ХМ, чешка на танка. А юношеская горячность. Только она еще не падает с кого босса. Она, не она в магазине уже есть. Какая разница? Нормально это? Посмотри в магазине. Просто выбери аксессуары. Типа чешка, короче. Только вместо брони еще уклон. Она была. Мне это, кажется, кстати, они чешка лучше. Сенсы, блядь, не кильдонас. Не санвел, а вот маленькая, которая. А на кастеров нету, да, еще? На ДДшников нет, вроде. О, там пуха боешка. Винтовка упала. На входе.
Слышишь, пианист рапорт требует. 16 часов. Знаете, это подборка. А там наверху лежит или снизу? На входе, где два типа взрываются. Кури такие. Ловушки не снимали? Нет. Нет, сейчас сниму. Слева не взорвите. Сейчас я справа сниму. Взорвали. А что, немка, да? Немка, да. Так мало людей ролило. Потому что она уже у всех давно есть. Ты с собаки его соберешь? Луцин, давай ты первый, потом Алоэ. Забери лут собаки. Коршуна трепать хотите? На прошлом ряде я ГП получил на этом боссе. Сейчас не получу. Ничего себе лут собаки. Это не собаки. Не зря он тебе сказал. Ну, Цинь, тебя ждем. Давай, ты первый на боссе. Вага где еще? Вагу засунул. Кстати, шифонер так быстрее будет. Локи Дарк, если кто-нибудь поставьте. Сейчас заснем баг, я там приснимал.
Бага здесь? Сейчас, если что, снимем хуйню. Мяка, нямка пока тут. Давай здесь. Нямка пока тут. Да, чё? Геру по команде. Зачем? Рассоситесь посильнее по комнате, пожалуйста. Рано слишком дали Геру. Сказали, что по команде. Споры вынесли. Споры мили в мили кровавую зону. Все, можете не избегаться, просто бейте босса. Вот здесь вот надо было Геру дать уже. Забейте на спор. Сколько процентов у босса? 4. 2. Есть осколок, Раска? Да. Ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец. Что туша не успела упасть, ты уже справишься. Я его даже чувствую. На следующем алоэ побудешь слизней? Хорошо. Кровь нужна кому-нибудь? Так, подожди, а кто у меня посох забрал, по-моему, медведоёж, да? Да, я сейчас медведоёжу и отдам кровь. А, я не могу, пока ты не сдашь квест и не возьмешь на кровь, я не могу тебе ее отдать. Почему? Ну, слетаю. Поставьте шифонер, это, слетай в Долоран, сдай квест,
Да, я вытер. Ньютон, шторы здесь? Женек, кто-нибудь? Да, да, здесь. Женек, заходи вместо Ваги. Угу, сейчас. А то он отсутствует. Ну его, походу, это... Он вот здесь, да, стоит? Он вот он. Где-то рядом. Здесь? Вот он под боссом. Почему на нем где-то стоит? Режим ПК? Ну надо включить, не беспокоить, потом обратно. Чтоб слетело это. Захожу грузиться. Что-то нет, Женек, уже отбой. Отбой уже. Да ты... Хорошо, позовёшь. Всё, 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 позову. Вы если чё, ты если чё, пиши это, в Дискорд говори, если я не ответил, то... Хорошо. Ладно. На пол лучше не дайте. А вы еще на ком здесь? Мы на Гниломорд. Остался Гниломорд, тухлый, да? Нет, гнилой. И Валя. Гнилой, кровь и Валя? Да. Это примерно полчаса у меня есть. Хорошо. Хорошо. Побольше, наверное. Да, пока на БГшку. Там беготни только минут 20. М? Там, говорю, беготни и трэша минут 20. А, ну пока БГшку сыграешь. Дежавю не вызывает у тебя? Не, не вызывает. Наверное, сведи мелких с собой. Прохил, прохил, очень много лужа. Дайте ДК, Фрида. Да, дайте Фрида. Под ДК. Достаем. Ты где? Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Лепочка, вонючка. Так, это 4. Отличные новости. Это, наверное, не надо уже добивать буду. Ну все хорошо. Миллион всего лишь остался. Прохил, прохил, Розелину. Есть. Ужасные новости, народ. Гниломорд сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи. Надеюсь, там травма есть. По ней в круиз. Нет, нет. Ого, да я поэт. Потрясающе. Йо.
А 2 кд подряд до этого, по-моему, падало. Согласен. А есть инфа, объект падает когда-нибудь? Падает. Да, но разбывает. Ну, при мне, по-моему, только 2 раза упал. Там синдры талик недавно падал. Вообще. Так, идите на свет пока что. Я лобнусь пока что. По-быстрому. А мы на фул сегодня или как? По максимуму до конца РТ. На фул, конечно. Так мы же могли сейчас профа закрыть сразу. Супруг, там потом... последних боссов пьется. А, типа экономия? Два смысла. Конечно, экономия. И рейд будет перетасовываться. Давай сходим на синдру, потом на совет, перепьем сопрот. Потом на проф, а потом, блядь, куда там еще? Так, не даешь, сейчас я тебе вторую кровь отдам. Она в боссе лежит, ты можешь на совет идти. Я тебя так перекину. Не хватит ренжа ему. Почему не хватит? Хватит. Так и смысл, блин, пускай он сразу бежит, мезо потом мы будем ждать, пока он добежит. Все, получил второй фрейм? По контролю. Чё там? Что-то контрольщики было. Один по один только стоит. Так, ребята, с первого босса нужно кому-нибудь что-то? Вот этот чип нужен кому-нибудь? Кидайте ролл. Посмотрим. Приор на встретили. Приору, нямка и волен. Ну, нямки больше приор. Нямка, тебе на мейн спек, да? Чё, контролим или что? Нямка, заберёшь? Вот эта херня нужна кому-нибудь? Main spec. Волен. Вот эта херня нужна кому-нибудь? На оф, может. На оф. Надо кому-нибудь. Фанс. Никому не надо, да? Хорошо. Ну, на оф можно. Панцирь, да? Накидай обмен. Так, сейчас, где ты? Ниже лестницы.
Да, выделись, пошевели чуть-чуть. Алоэ, давай ты на Келли посидишь, а Луцин посидит на Валанаре и на Талдоране. Угу. Поднимайте враску, рыбу ставлю. Смотрите за сферами, чтобы не упали. Если одна сфера упадет, простим, если две упадет, ребята, буду начислять сферы до Д-зоне. Себе в том числе. Каску пристабаф дайте. Под друидом каску. Чек на готовность. Талдорама на полете. Собирай Келя. Там гриппает. Он не гриппается. А, не забывай. Его отвезти надо. Отнесите ему что-то. Вихрь. Я сам. Хил. Нетик падает. Прям над танком. Вихрь братня. Старайтесь больше шести не стакать тянуться. От Локи отбегите. Но не отбежать. Может чуть-чуть пододвинуть в бок. Валанара и Талдорама, ага. Бейте. А как это стакать не стакать? Геру, дайте. Ходить не надо много. Спасибо. Прямо с подбородка. Выйдется. Иди чуть-чуть, если и выйдется. Сцена. Хорош уже водить. Yeah.
сердце, моя чаша полна. Свершить отмщение. Прольется кровь. Энджи, поднимай резиста. Насладитесь болью. Финечка? Прольется кровь. Моя чаша полна. Темная сфера сделала меня... Келя. Келя, там подбейте, чуть-чуть совсем осталось. 900 000. Прольется, моя королева. Они идут. Плащик на танк, давай. Есть? Нет. Ну да, не удивлен, не рад. Он проклят. Не нужен никому, да? Если так вызвать. С декабря не падает плащ. Зачем вы курите? Блять, ролить не можете, или нет? Могу. Так, Нарси, я тебе отдам. Браска, там есть осколочек? Да. Да. Сейчас трэш добью, я тебя. Поднимаем людей. Даркиса еще поднимите, хорошо. А чем Блан отличается от 25-ки? Или от 10-ки? Это ничем. РДД стоят только на РНЖ с хилами. Не, ну можно, конечно, сбежаться под нее, но на РНЖ с хилами. Ничем не отличается, по факту. Чем-то же отличается, у нас на рейнджа стоят. Нет. Мы можем и под боссом стоять абсолютно спокойно, если у нас хилы хорошие.
Но я здесь уверен за только трех хилов. Сейчас рыбку поставлю. Попадал. Сбоку справа стоит. Женек здесь? Да. Сейчас мы одного босса убьем, ты вместо Нарсии зайдешь. Угу. Уже начали бить? Сейчас начнем. Подольше там бить. Ну, хорошо. Не ленись, давай. А, нет, зашел. Даю чек. Рассосались по комнате. Центр не занимается. Центр, оставьте хилам. Танки пошли. Это было неразумно. Лучше не дайте на пол пока что. Сбежались. Ну лак! Ну Локи, вы долго не планить будете. Нямк. Отойдите. Отойдите от нямки. Долго будете волоявить? Быстрее сбегайтесь, пожалуйста. Сейчас заебись, сбежали. Все. Укусы через 8 секунд. Локи, кусай кого-нибудь. Розелин. Пакт скоро. Защита от страха, да? Прожались. Так, взлетит. Начинаем представление. Какая жалость. Гимн ХП. По холипалу БР дай. Мгновенная, поднимешь холипал один. Рыбаху. Сразу же иннер по нему дайте. После следующих укусов дам дело. Да. Как вам такое?
холод. Идите навалим. Я дал тебе осколочек. Да вижу. Что-то комбат висит. Нету комбата. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же! Что-то комбо висит. Сейчас пойдет, значит. Даже нет, это здесь комбат. Возле Вали не было комбо. Возле Ланы. Вага, у нас героическая печенька 738, да? Или сколько? Ну да. А че, ее кто-то на мейн ролит? Mm-hmm. Нет, комбат. Пуфнулись два хила. Может, туда покурим, пока их нет? Вот зашел. А, дышал. На хилов огон, тут еще он не заменен. Так все хилы отошли. Два уфнулось и два отошло. Чек. Пуля. Давайте сейчас зачистим комнату, убьем. Захилим Валю, убьем следующую комнату и покурим. Пуляй, пуляй, чё стоять? Запускайте комнату. По-моему, Луций не повис, на месте бежит. Да, я повис. Сейчас перезагружусь. Ну, ДК-шка. Чё, пуляй, давай на пол. Не вон, дайте на пол, ДК. Снова сервак упал. Нет, нет. Снова ничего не упало. Ну, то, что виснет жестко, это да. Я клиент проверил, вроде все нормально. Пусть типа с провайдером какие-то проблемы. Ну, с провайдером у меня проблем никаких нету. Ну, у меня стандартный пинг, который есть всегда. Даже типа лучше на 5, чем обычно. Не знаю, в Раском какой-то там деревне живешь, что это два. 170, это охуенный пинг. Ну, у меня сейчас 1400 пинг. Понимаешь, у тебя может быть провайдер, который ты идет, этот канал, может у них хуёво работать. К которому вы подключены, просто и все. Чёрт его знает, но я вам сейчас на даче. Не знаю, у меня 160 стабильных моих сейчас есть, как и всегда. Хочу согреться хоть после смерти. Ебать, 1300 пингов. Сейчас я покажу, господин. Такая же пинг. Ну, это что-то с серваком, мне кажется. А как пинг посмотреть? Походу, ты сервак.
Ну конечно, это просто маршруты какие-то забагнуты. Вот где у тебя показывается книжка, путеводитель по приключениям, магазин, и справа там компьютер такой нарисован. Угу, а пинг там это что? Просто наведи, наведи на компьютер, и там увидишь задержка. Вы чё быстрее, пошли. Ёбло, уже 1400. 1400, ну, на холодилку посмотри, что я скинул. У меня еще и FPS упал в первого знает почему. 4000, блин, пинг. FPS когда падает, это с компом чё-то. Ну это да. Это фигня. Просто часто такое, когда у всех лагает, у меня не лагает. Ну, у меня тоже, например, 53. У меня 4 картинки вообще. Я бы просто на месте стоял. У меня лагает, хотя только если у меня провайдера лагает. 6... Мне сейчас уже 1600, я стою, пытаюсь кастовать просто на месте. Даже каст не приходит. Даже тогда у нас...